все эти вопросы задавал вам, хотя бы давно не до них, да? Не знаю, кто, как вижу знакомые лица, вижу совсем незнакомые лица. Это Мария Волосова, очень кратко. Я мама четырех детей, если сейчас не сказать. Я подняла в свое время два бизнеса. Сейчас в большей степени занимаюсь одним из них, который связан с консалтингами и тренингами. И есть второй бизнес, с которого я сейчас постепенно выхожу. Это сеть кафе «Здоровый» или «Healthy Food», которую я тоже подняла, развела сейчас 20 кафе действует. Я с точки зрения спорта жила в семье, где спорт очень ценился, его, в общем-то, возводили на очень высокое место, наравне с всем остальным. Я действительно очень часто слышала, что физическая культура – это такая же часть культуры, как умение играть на пианино, и там хорошо учиться, читать литературу и так далее. Мне это старались прививать. Мой отец, несмотря на то, что он там главный инженер рекреационного завода, мастер спорта по лыжам, достал пианино. Потом, когда я переехала в Москву, поступила в университет, у меня три высших образования, и когда я поступила в университет, как-то, ну так вот, свелось постепенно все это на нет, и я спортом не занималась, в общем, даже редко не занималась, как мне было не до того, ни образование, ни дети, работа, это было все много и сложно. Всю жизнь свою я интересовалась больше всего вопросами, почему одни люди достигают большего, а другие не достигают. Это был самый главный вопрос, который меня интересовал. В 7 лет я уже хорошо помню себя, интересующийся этим вопросом. И, наверное, поэтому этот вопрос меня... Ну, то есть первая книга, которую я читала, это была «Жизнь замечательных людей». Мне было это очень интересно. Я читала много биографий людей, которые чего-то достигли. И мне было очень интересно найти ответ на этот вопрос. Собственно, ответ на этот вопрос привел меня на мое первое образование на психологический факультет МГУ, который я очень активно эксплуатирую, и где я защищала диссертацию по одаренности и мотивации. Я в свое время возглавляла проект «Одаренные дети России», потому что мне это было очень интересно. И мне кажется, что я по-прежнему работаю с людьми, которые очень талантливые, очень одаренные. Не все из них об этом знают, но пока мы с ними работаем, они об этом, безусловно, узнают. И действительно, получают возможность достигать большего. И мои такие вот программы тренинговые в открытом формате, они называются «Ну ты можешь больше», они посвящены этому. И это всегда мне было интересно не только теоретически, учитывая, что я уже сказала, что раз детей четверо, образование три, бизнеса два и так далее, то, наверное, мне это еще будет интересно и в моей жизни. Практически я тоже ставила какие-то эксперименты в 45 лет и прочитала книжку о том, что вот есть такие еще гонки на выносливость, с прекрасным таким названием «РММ». Прочитав ее, я решила, что как это же, вот могу мимо меня пройти такое? Мне обязательно нужно этим заняться, но я не умела плавать. Я, правда, не умела на велосипеде ездить, я сажусь, падала сразу. Но я решила, что мне очень нужно, и поэтому безо всякой физической подготовки я, найдя тренера, правда, очень грамотного, стала готовиться, и через год с небольшим я уже прошла дистанцию Ironman Спада. Вот этим железным человеком стала Ironman. Но мои амбиции, мой интерес к возможностям человека, наверное, в большей степени даже, чем амбиции, внутри меня сыграли, и я решила, что я сейчас могу ее пройти. Ну, может быть, я смогу здесь быть первой. Это же интересно. Вот, я сейчас очень к этому уже близка. Соответственно, я потратила сейчас тоже в жизни, кроме работы, кроме детей, кроме очень большого количества разных проектов, которые я занимаюсь в разных областях, я потратила время на то, чтобы самой дойти до каких-то результатов. Эти результаты сейчас уже достаточно хороши, это уже подиум на Ironman, но пока еще не квалификации на кон. Такая цель стоит. Я думаю, что там в ближайший год куда-то будет достигнута. В этом году я наконец квалифицировалась на гонки, на которые я хотела очень квалифицироваться. Прям мечтала о ней 3 года, но мне недостаточно было опыта, результатов и много чего, чтобы квалифицироваться. Это гонка Свисман. Это считается самая сложная гонка в триатлоне. Из 3 экстрим-гонок она самая сложная. Ну и вообще в триатлоне она очень сложная проходит. Она в Швейцарии, и я была нереально счастлива. И, как всегда, о чем хотелось бы поговорить. Я сейчас говорю, ты такая тетка успешная. Я вот это могу, вот это могу, вот это могу. На самом деле, вы же прекрасно понимаете, что это... вот даже, например, про Свисман, да? Потому что хотел бы я поговорить не про то, что я могу, а как делать? Что делать в ситуации, когда ты вообще ничего не можешь? Как все-таки попасть в ту точку, где ты уже что-то можешь, а желательно в точку, где ты можешь очень много. Вот это интересно. Интересно не то там уже быть, я всем рассказываю. Интересен путь, особенно его начало.
когда ты не можешь, и завтра ты не можешь снова, а потом послезавтра ты тоже не можешь. И с этим что-то надо делать. Да? Вот. Ну, в общем, год, конечно, сложный, и тоже как пример, да? Я больше всего на свете не выношу холод. Для меня это хуже физической боли. Когда была маленькая, я очень сильно болела, настолько сильно, что я очень много пропускала, очень много детский садик, пропускала школу, и меня зимой перемещали. Все, что я помню с детства, что скрипят санки, я запутана в кучу нафталиновых платков, где-то там кричат дети, они играют на горке, на меня везут, и я вот дышу через эти нафталиновые теплые платки, потому что я все равно заболею, все равно будет тяжелейшее пневмония, буду много там дней, даже недель лежать снова в больнице, мне я не буду никаких всегда, чтобы ходить, там мне бы снова кололись антибиотики, делать какие-то процедуры. Это продолжалось все детство, я вообще не выносила холод, и для меня холод — это хуже, чем физическая боль, реально. Я когда вот, если нужно из-под меня какую-то информацию тайную получить, потому что мне просто холодильник ненадолго, я сдам всех. Потому что я это не могу вынести, это ужас. Вот я вам просто расскажу одну из тренировок, она лишь готовилась к Смитсману. Готовлюсь я в Альпах. В Альпах холодно очень, тоже зимой, все нормально. Я помню, что у меня буквально, я приехала на январские каникулы, к себе в Альпы. Я заехала на гору, мне уже было три раза на нее за день заехать. Я посчитала, что вот очень сложная гора, я как раз вот от момента, когда рассветет, до момента, когда стемнеет, я, наверное, три раза уложусь. Я заехала первый раз, пока едешь вверх, все хорошо. У тебя мышцы греют, ты работаешь, и дальше я спускаюсь, и это дикий холод, ну, конечно, я оделась, но это дикий холод. И ты едешь, у тебя в голове сначала такая мысль, ехать очень быстро, чтобы было дико холодно, или ехать чуть-чуть помедленнее, чтобы было просто очень-очень холодно. В общем, выбор небольшой, и я понимаю, что просто последнее, что я помню, что мозг дает рукам сигнал тормозить, а руки не тормозят, потому что замерзли, потому что сигнал не доходит. А дальше я себя обнаруживаю в супермаркете, рядом с такой трубой, тут дует тепленьким, и я разглаживаю булочки с изюмом. И говорит, я вообще сыроед, я булочки с изюмом вроде как не ем. Но я их разглядываю, и рядом труба, и оттуда дует тепленьким. Я думаю, значит так, на мне велоботинки, это нормально, на мне даже шлем, это хорошо. А где мои велоочки? Я их купила, жаба душила страшно, за 400 евро до последнего мая, для твоей стартовые очки, говорю о себе. Они где? Вообще, где велосипед? Я как-то здесь оказалась. А это гигантский такой супермаркет, он за городом, ну, там очень маленькие магазинчики в самом городке, вот за городом такой большой супермаркет. И там прям несколько гектаров этого супермаркета. Ну, слушай, я же не пойду сейчас к охраннику на плохом французском объяснить, что на этих гектарах я где-то посеяла свои белочки, но не помню где. Это странно. Значит так, если бы я была в своем уме, я бы, зайдя в супермаркет, пошла бы не к булочкам с изюмом, я бы пошла в отдел фрукты и овощи. Я бы что-то делаю. Я пошла во фрукты и овощи и в мандаринах нашла очки. Это была большая радость. Значит, какая-то часть мозга была включена, когда я это делала. Потому что я же не помню, как я сюда попала. Потом я вышла на улицу, ну, согревшись уже окончательно, и увидела велик на стоянке для мотоциклов. Думаю, значит так, все-таки какая часть мозга работала. Ну, как я сюда попала, я не помню. То есть у меня от холода совсем выключается иногда. Я очень плохо переношу холод, правда. И мне это вот лучше физическая боль, чем холод. Это для меня страшная пытка. Поэтому я, конечно, хочу на Смитсон. Там же главное, в озере стало ходом. А потом по этим горам же по очень холодным, и финиш на уровне вершины со снегом, все как надо. И вот в тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть свои какие-то отношения с холодом, например, и есть гонка, ну понятно, что она неописуемой красоты, и она только для гулливеров, а ты, безусловно, тут лилипут, и вообще как это пройти, непонятно, потому что там какой-то много тысяч метров набор высоты за трассу, и это невозможно. Вот когда я понимаю, что это невозможно, это становится нереально привлекательным. И я даже для себя, может быть, не всегда понимаю, насколько привлекательно, потому что я помню, что два года назад, когда я написала квалификацию на Смитсона, отправила все отправила документы, которые нужно, а там есть такая штука, 20 ноября в полночь по швейцарскому времени, они всем высылают письма.
Вообще, это, конечно, такая масонская ложь, да, то, чем мы занимаемся с вами, да? Вот, значит, все получают письма, все, кто писали заявки. Но большинство получает, извините, нам бы очень приятно, но всего вам доброго. Но иногда ты получаешь другое письмо, да? И вот я помню, что я сидела 2 года назад и ждала этого письма. И вот полночь приходит письмо, открываю, там написано, что меня не отобрали. Я даже не представляла, что я могу так рыдать. Я вообще не могла успокоиться. У меня весь мир померк. Я даже не представляла, что я туда так хочу. Я всегда наоборот думала, у тебя не отберут, это же клево. Ты там, во-первых, не погибнешь. Там из 15 теток, которые участвуют, 3 погибнут. Там сколько женской смерти знает и год. Во-вторых, ну ты не любишь холм, как говорит моя младшая дочь. Мам, ты любишь жалобу победы по пустыне. Ну, чего ждать тебе? Есть прекрасный марафон в пустыне. Ты бегать любишь жалобу, иди к победе по пустыне. Ты куда? В горы, в холм. Ты горы не любишь, холм тоже. В общем, я не могла утешиться, и я поняла, что действительно этого очень хочется. И когда в этот раз пришло это письмо, я была в Пхукете, я приходила для выпивки в тропиках в Ильбе, и как-то там в тропиках учиться сдвигается в голове сильно. И я помню, что я встала в 5 утра и пошла плавать. Я выплыла первый буер, я чуть не захлебнулась, ну, у меня же письмо на почте. Здесь 5, там полночь, оно пришло. И я, значит, обратно доплыла, бегу. Но я как-то внутренне, уже мне голос говорит, ты же знаешь, что там написано. Я даже не открывая письма, видела первую строчку, что мы вас поздравляем. И вы знаете, это было что? Пульс 200. Пульс поднялся до 200. Час проходит, он все равно 200. И ты хочешь, как дура, улыбаешься, и просто хочется все время всех целовать. Вот всех на букете попадается на пути. Они не понимают, что со мной происходит, да? И я понимаю, что идет час, два, три, а у меня только больше, это счастье. И с ним непонятно, что делать. Я говорю, до 24 июня я буду счастлива каждую секунду. И это, конечно, одна моя часть, потому что есть другая, которая мне позвонила, она счастлива, идиотка. Она будет теперь плавать в озере Сталых Льдов, а дорогу не выносит. И ездит по таким горам, где тетки вообще бьются каждая третья насмерть. Но и тем не менее эти голоса они как-то существуют, и мне, конечно, как психологу, не просто как человеку, который участвует в гонках, мне, наверное, так интересен триатлон, гонки, вот заниматься чем-то, чего я не умею, идти туда, где я еще не была, именно по той причине, что все-таки в базе мне интересно, а вообще как это происходит, и любопытство, а как это бывает, и как в ситуации, когда тебе нереально сложно, я знаю, мне будет очень тяжело на этой гонке, очень тяжело, и мне будет очень холодно, мне будет очень... Но я понимаю, что я буду чувствовать, проходя через это, и на той снежной вершине, где буду финишировать, я это тоже понимаю. И мне всегда, у меня еще есть такая точка зрения, когда я могу остаться не просто, вот я теперь спортсмен, ребята, вообще так смешно, я когда занималась одаренными детьми, меня приглашали на всякие телепередачи, я говорю, это значит наш специалист по одаренности, очень приятно. Потом, значит, я стала заниматься вопросами консалтинга финансового, меня приглашали, значит, как финансового консультанта. Потом, значит, я занялась спортом, и все говорят, о, это, значит, наш клиент, да, давайте уж подпрятать. Мне, наверное, интересно это все именно потому, что всегда есть такая точка снаружи, откуда я смотрю на себя, и мне интересно, что там в лице мной там происходит, и почему оно так происходит, и это любопытство очень сильно подстегивает, ставит самой над собой эксперименты. И так как сегодня наша тема, я сейчас что-то расскажу, какую-то маленькую вещь, которая для меня, вот она очень важная, да, которая для меня не просто результат, вот как я шла, она именно результат, который дает мне этот голос, вот этот человечек, я другая, смотрящая на себя же со стороны, который это анализирует, и говорит, значит, так, у нас вот сегодня научные исследования, научные эксперименты и факты показывают следующую закономерность. Я вам сейчас про эту закономерность скажу, потом мы еще с вами, я надеюсь, поговорим, потому что мне, конечно, очень интересно, что думаете, спрашиваете, говорите вы. Маша, можно еще маленькую ремарку? Да. Просто на всякий случай напомню, у нас тема встречи, что делать, если не видно результат. Не видно, да. Да, и мы бы на этом вот будем именно на общаться. Это. И вот здесь очень интересно, что... Ну ладно, я так попробую. Смотрите, есть некая точка, в которой мы говорим. На стене. О, а можно, да, на стене? Да. Ну, я попробую небольшое пространство использовать. Есть, например, некая точка, ну пусть она будет здесь. И в этой точке мы себе говорим, как было бы неплохо с
стартер-менеджер, есть пример, например, да? И как было бы неплохо, в общем, стать не здесь, а попасть в некую другую точку, которую условно можно назвать радость и полнота жизни. Радость и полнота жизни. То есть вот мне бы хотелось оказаться где-то, где я очень счастлива, где моя жизнь очень полная, где я могу много, где я могу больше, где я другой или другая, и где вот со мной происходят эти чудесные вещи. Как бы мне туда попасть? Мне бы вот туда очень хотелось. А сейчас я здесь. И раз мне туда сейчас хочется, значит, я что сейчас испытываю по отношению к себе текущему? Неудовлетворенность. Абсолютно верно. То есть здесь я недоволен собой. Совершенно верно. Потому что если бы я здесь был доволен собой, ну я бы лежал себе на диване дальше и смотрел телек. И мне бы было все очень хорошо. Но все интересное заключается в том, что, смотрите, каждый из вас, каждый из нас постоянно себя оценивает. Причем вольно или невольно он это делает, но он это делает по очень большому количеству критериев. Например, каждый из нас периодически думает, я умный или глупый. Там, глупый, умный. Там, я не знаю, я злой или я добрый. Я, в конце концов, там бедный или богатый. Да? Я там, не знаю, жадный или я щедрый. Вот смотрите, шкал очень много. У такого человека среднестатистического их где-то 2-3 тысячи шкал, по которым мы себя оцениваем, больно или не больно. Но дальше начинается самое интересное. Допустим, мы для себя внутренне, не пропускайте через голову совершенно, думаем, ну, я, наверное, вот такой, это я. Ну, где-то вот, допустим, такой. Ну, есть кто-то поумнее, наверное, но еще очень много есть кто поглупее. Но на этом все не заканчивается. Потому что это всего лишь я реальная. Я такой сейчас. Но очень часто мы себе задаем вопрос, а я каким хочу быть? И здесь могут быть разные варианты ответа. Могут быть ответ, таким хочу, мне все хорошо. Но может быть и другой ответ, а я бы хотел быть вот тут. И мое я идеальное не совпадает сейчас с реальным. Я сейчас боюсь холода, а хочу быть очень смелой и не бояться его. Не по всем шкалам есть такие ГП, но по некоторым шкалам из 2-3 тысяч у нас там происходит вот эта драматургия. Она происходит. И дальше, когда начинает происходить, мы делаем странные вещи. Там, где наше «я» идеальное и «я» реальное не совпадают, мы берем и намеренно, не пропуская это часто через голову, ставим себя в ситуацию, чтобы проверить, а где же она на самом деле? Могу ли я туда, куда хочу? То есть люди, грубо говоря, боящиеся холода, с большей вероятностью будут стремиться на холодные старты, если, конечно, у них вот эта штука работает. А дальше, вот если, конечно, она очень интересная. Всю жизнь работая с вопросами одаренности. Я могу про это рассказать много, но есть главная одна вещь. Знаете, какая? Вот человечек талантливый, одаренный, на самом деле просто достигающий большего. Это не значит, что дело не в количестве мозга отнюдь, не в нем. Что он делает? Да, он так же, как и все, невольно себя ставит в ситуацию, которая ему даст ответ на вопрос. Так на самом деле я могу сдвинуться в сторону я идеального или нет? То есть в этой ситуации что? Если эта ситуация предъявляет вопрос, значит она какая? Сложная? Она сложнее, чем обычная ситуация. Потому что если, грубо говоря, он хочет проверить, могу ли я стать таким сообразительным, он должен выбрать задачу, превышающую текущую сложность решаемой задачи. Верно? Чтобы проверить. И он себя в такую ситуацию ставит, и мы себя в такую ситуацию ставим. И дальше в этой ситуации ему что? Задачка-то сложная. Ему там как? Некомфортно. Некомфортно ему там как минимум, да? И вот от того, что ему там некомфортно, есть два способа поведения. Первый способ поведения какой? Нафиг все это. Не очень-то было надо. Да ну вот и идеально, все у меня неплохо. И сдвигаем я идеальный, я реальный. Но это вот как бы я рассуждаю теоретически, да? А человек, который достигает большего, который талантливый, одаренный человек, он что делает? Он говорит, да, мне очень сложно, и я сейчас не могу. Но я еще раз попробую. Я хочу туда. И, возможно, не получится второй раз, потому что ну, где гарантия? Гарантии нет. Возможности есть, гарантии нет.
И я снова попробую. И, возможно, не получится снова. И он находится в этом состоянии, как вы сказали, дискомфорта. Сейчас мы с ним разберемся более подробно. Он способен себя в него опять ставить. Снова находиться в этом состоянии. Находиться. Все, это человек талантливый. Он добьется. Но вероятность того, что он добьется, у первой вероятности вообще отсутствует. У второй нет. И у нас постоянно на этих шкалах, все эти шкалы, вся красота 3000 с я реальными, я идеальными, не во всех там есть вот этот грёб, не во всех есть разрыв. Вот эта вся штука, она называется я-концепция. Ну, психологи так называют, так вот они договорились, что это называется я-концепция. Мое представление обо мне, да, какое-то. Вот оно такое. Если у нас есть некая точка, где мы говорим, я недоволен собой, значит, по нескольким шкалам у нас гэп, по каким-то. Если мы после этого идем учиться, допустим, в Сколково, это одни шкалы. Если мы после этого начинаем там учиться летать на параплане, это другие шкалы, да. Если после этого мы записываемся в кружок, как сварить самый вкусный борщ, это третья шкала. Но тем не менее, да, какие-то они там есть. И раз мы недовольны собой, мы делаем то, что делает обычный нормальный человек, мы предъявляем миру этот разрыв, заходим в ситуацию, которая должна нам ответить. И что теперь, какие же мы на самом деле? Хорошо, мы в эту ситуацию зашли, мы не были довольны собой, мы туда зашли. И чего мы в этой ситуации? Успешны? Нет, мы не успешны. Мы никогда этого не делаем. Мы это делаем первый раз. Какова вероятность, что мы сразу делаем хорошо? Какова? Да ну никакая вероятность. Мы обязательно это сделаем хуже других точно. Мы это делаем плохо, мы сделаем ошибку. Один раз. А завтра уже все будет хорошо? Нет. Тысячи раз. Мы много раз сделаем ошибку. И что мы будем испытывать? Мы должны делать то, что мы не умеем. Вероятность ошибки 100%. В чем мы испытываем? Неуверенность. Точнее. Это уже неуверенность, уже там слабенькая. Страх. Конечно, это уже страх. Мы испытываем страх. Мы заходим в ситуацию, где мы не будем успешны, где мы сделаем ошибку, где мы подвергаем себя риску неуспешности разному, физическому, публичному, какому угодно. Мы туда зашли, и мы не успели. Нам страшно. И дальше идет очень интересная штука. Мы зашли в ситуацию, где нам страшно. Какие есть варианты развития событий? Сдаться или преодолеть? Сдаться или преодолеть, совершенно верно. И большая часть, очень большая часть, что делает Влад? Сдаются, то есть они возвращаются обратно. Они возвращаются обратно, и они говорят себе, это не мое, мне это не очень надо, и вообще там плохо. Да? И более того, нас этому очень долго учили, когда мы были совсем маленькие. Мы вот сделали первые шаги, упали на попу, все говорят, зайка, он пошел, да? Потом мы взяли ложку и все в ухо еще куда-то измазали с кашей, потом до рта донесли почти пустую. Она говорит, умничка. Потом мы пошли в школу, нам что говорят? Не надо ложкой в ухо, не надо. Вот это правило, вот это 5 примеров, решай точно по правилу. Одна ошибка это что? 4, 2 ошибки. 4 с минусом, 3 ошибки, трояк, 5 ошибок, неуд. Не выходи за правила. И нас там сколько, 10-11 лет, через эту мясорубку, и максимум потом, когда нас учили только по правилам, не надо делать ничего нового. Ничего нового делать не надо, все четко по правилам. Сделал новое, минус 1 балл, 2 раза сделал новое, все, уже трояк можешь получить, да? Все, и дальше максимум, на что мы осмеливаемся, это, я не знаю, там найти свою вторую половинку, родить ребенка и купить себе 6 соток за городом. Все это, ну, может быть, сделать ремонт в квартире. Это страшно очень. Нас долго приучали, не ходи туда, там плохо, делай все по правилам. Вот правильно делай, очень понятно. Но если у тебя сразу не получается, вот у тебя к правилу 2 там абзаца, 2 страницы примеров. Прорешай все, они по нарастающей сложности идут. Но по правилам. Не выходим с него, да? Соответственно, нас долго еще приучали туда не ходить, поэтому ну, мы сдаемся и идем искать правила, да? Либо мы там остаемся. Если мы там остаемся, нам страшно, и мы снова делаем, и нам страшно, и мы должны... Вы знаете, есть целая категория людей, и я уверена, что многие из вас сейчас поймут, о чем я скажу, которые страх есть, он не меньше, чем у всех, не меньше, он может быть даже больше,
Но вдруг появляется какое-то другое чувство. Есть люди, которые из этого страха умеют синтезировать очень определенное чувство. Страшно, но мы все равно делаем. Что это за чувство? Адреналин. Это гураж, это гураж, это адреналин, это интерес. То есть есть, очень люблю это слово, когда во Франции участвуешь в гонках, тебе кричат: «Мари, кураж!» Кураж, смелость такая, смелость, кураж. То есть есть люди, которые способны из этого страха, из этого выделенного адреналина получать вот этот вторичный дивиденд, вот это колоссальное топливо внутреннего куража. И тогда, если мы это научаемся делать, мы все-таки через этот страх как-то проходим, но пройдя-то через страх, мы сюда не попадаем. Почему? Хорошо, мы один раз сделали ошибку, мы два сделали, нам страшно, мы все равно делаем. Дальше что-то мы делаем. Мы прямо завтра пробежим марафон из трех? Нет. Даже послезавтра. И послезавтра даже из четырех не пробежим. Но мы будем бежать с теми, кто, разговаривая на ходу, обгоняет нас, скрываясь за горизонтом. Да? И таких будет много. Таких будет большинство, а вы будете в хвосте. И вы уже бежите. Но вы с галерки смотрите на это прекрасное действие. И на Эйдстейшн уже нету полы, уже закончилось. Опоздавшим не дают. Да? Все. И хорошо, если волонтеры не ушли. А некоторые пошли, еще уходят, и подбегаешь, а волонтеров нет. Потому что здесь был праздник. Вот для нормальных людей, которые выбегают хотя бы из четырех. А те, которые бегут там за пять. Здесь уже грузовики пустили, пропусти грузовик и беги дальше. Чего мучаешься? И что мы чувствуем? Страха уже нет, уже бежит. Уже многое. Много куража. Что чувствуем-то? Разочарование. Мы чувствуем колоссальное разочарование. И оно повторяется. Раз, два, три. Потому что что-то тоже с этим нужно делать. И мы завтра уже не побежим из трех. И нам нужно еще год-два. А еще, не дай бог, там что-то с коленками или с лодыжками. И мы еще две недели на костылях, и там как еще надо обратно. А если после двух лет все так же? Вот. После двух лет, представляете, все так же. А если после двух лет все так же, какое возникает следующее чувство? То, что я вообще не способна бегать. Оно называется отчаяние. Я вообще, наверное, не способна. Это отчаяние, это уже не разочарование, это сильнее. Это называется отчаяние. Оно очень важное, потому что оно очень сильное. Страх, да, он по аффекту очень сильный, но отчаяние, из него выковыриваться сложнее. Из него очень сложно выковыриться, потому что два года результаты не растут. Три. Я вкладываю кучу денег, кучу сил. Я куда-то прусь в дождь и в холод в 7 утра в воскресенье, каждое воскресенье. Уже у меня куча травм, на кроссовки тоже что-то потрачено, на тренеров тоже. А результаты падают, и мне еще очень тяжело. И, конечно, это отчаяние. И вот здесь тоже очень интересная штука. Хорошо, мы уже не девочки, нам не просто страшно, мы развернулись обратно и забыли, как страшный сон. Уже забыть не получится, уже 3 года бегаем, уже ничего не планируем. Дальше есть очень интересная вещь. Вот дойдя до этой точки, здесь очень много разных ходов. Здесь нету одного, так, ну, грубо говоря, хода. Или ты вернулся назад, или ты из этого извлек, из этого адреналина кураж и двинулся дальше. Я на ультра записалась. Ага. Это хороший вызов самой себе, да, это очень здорово. Но в принципе все равно, то есть с одной стороны мы записываемся на ультру, а с другой стороны внутри мы просыпаемся ночью, и нам кто-то говорит: ну ничего. Чемпион, какая ты с конца, да? И с этим тоже голосом что-то нужно делать. И здесь есть очень интересная вещь. Вот мы попали в точку отчаяния, не получалось очень долго, и не получается, и результаты не сдвигаются, и нет ответа на вопрос, будет ли этот результат. А уже вложено много, и забыть не получится, и возвращаться уже долго. И главное, ты уже туда вернешься не просто как человек, который сказал: это не мое, ты уже туда, оттуда вернешься кем? Лузером. Потому что ты много туда вложил. А результатов не было, и ты должен тогда вернуться с медалью, написано: я ничего не могу, я вообще везде проиграл, я самый слабый и так далее, самый медленный черепах на свете. И
что, какие здесь возникают моменты очень важные? Про что это? Ну давайте так, давайте маленькую тоже науку, сложный вопрос сразу задала. Если мы там находимся, всегда есть, знаете, какая очень интересная вещь, и там несколько вещей. Вещь первая. Есть ли что-то в жизни, что у вас в этот момент параллельно получается очень даже неплохо? Есть, есть. Что-то из этого мы просто делаем давно, а что-то получается неплохо по другой причине, по какой? Талант. А, талант. Талант, мы знаем, что это тот 1%, который вам кураж и страх получает. Все остальное это большая работа. Возможности. Это возможности, хорошее слово возможности, потому что если мы посмотрим на нашу жизнь, вот есть наша какая-то жизнь, в ней есть какие-то цели, там, заработать много денег, ну, например, да, там, диету как-то воспитать хороших, пробежать марафон, есть такая цель, там, отношения какие-то выстроить, ну и так далее. У нас есть какие-то цели, я специально рисую их немножко разного размера, потому что если мы к ним присмотримся, зря там рисую, да, если мы к ним присутствуем, допустим, есть какие-то цели, одни из них цели большие, допустим, заработать денег, это может быть большая цель, пробежать марафон, это вот такая на самом деле цель. Вот. Есть разные у нас цели, вот они как-то расположены, они есть. Опять же, мы можем о них знать головой, осознавать их, а можем нет, это уже наш выбор. И при этом у нас есть какая-то наша жизнь, наше время, которое на самом деле очень похоже на пространство, потому как мы его делим. И мы это время как-то делим. И мы, допустим, героически сколько-то времени тратим на то, чтобы побегать. И еще какое-то время мы тратим на то, чтобы поработать. Да, это, допустим, бег, это работа. Но еще какое-то время мы тратим на пробки. Да? И еще какое-то время мы вообще непонятно куда потратили, а вот и где. Непонятно. Да? Ушло куда-то. Не помню, зашел посмотреть, какая прекрасная распродажа в Заре сегодня. 3 часа нету. И ничего не подошло. Где они телекалы берут, у меня идеальная фигура. Ну, в общем, вот отсюда, да, непонятно, да. Значит, ну, еще какое-то время мы как-то потратим, ну, допустим, все-таки с детками мы пошли в кино. Это тоже неплохо. И какие-то розы там на даче вырастили. Очень хорошо. Мы время потратили. Дальше мы говорим, мы когда розы выращивали, мы в какую из этих целей инвестировали? А мы ни в какую не инвестировали, мы их просто выращивали. Ну хорошо. А когда мы с детками в кино пошли, ага, мы детей воспитывали, мы вот в эту цель инвестировали. Ага, когда мы на работе работали сюда, да, а когда мы там, я не знаю, в пробку стояли, мы тоже никуда не инвестировали. А когда мы бегали, мы там сюда. И у нас всегда получается, что пропорция нашей жизни и пропорция наших целей, она не совпадает. И если присмотреться, в этом случае мы, наверное, заработаем денег. Почему? А мы нормально туда вбухали времени. Мы уже, у нас компетенциями все хорошо, мы взрослые люди. И мы уже вбухали вот этими пробками, вот этой работой туда всего полно. А что там не получится? Конечно, там получится. Сколько ты инвестировал, столько там и выросло. Ну, понятно, что примерно все идет вот именно в таком случае. Сколько ты туда своего времени вложил, только там лучше, чем на биржах, на фондовых рынках. Там прям прямая зависимость. Сколько времени вложил, столько и получилось. Например, хотим воспитать хорошего ребеночка. Можем, не тратя время, это сделать. Время тратить не будем, а он сам вырастет хорошим. Ну, как-то маленькая очень вероятность, да? Да? Хорошо, хотим построить прекрасные отношения с любимым человеком. Но нет на это времени, но они же должны быть прекрасны. Ведь я пришла домой, я сейчас упаду спать. Ты где? Да? Ну так не бывает. Нужно посидеть, послушать, да, пожалеть, что-то сварить, ну, специально там за ушком посидеть. Это работа, она требует времени, она большая. А если достаточно? Если достаточно, это тоже к большому вопросу про достаточно. Я хочу одну маленькую историю рассказать. Знаете, про достаточно. Нам иногда кажется, что достаточно. Нет, тренерам моим кажется, что достаточно. Тренерам кажется, что достаточно. И здесь тренер про это вообще ничего знать не может. Потому что с точки зрения времени, вот вроде времени достаточно, да? А с точки зрения того, как вы к этому относитесь, это может быть очень немного. Очень важно, чтобы вы для себя эту цель на самом деле выбрали. Я часто приводила несколько примеров, некоторые, может быть, слышали, там 2 примера, 3 специально приведу. Проходи, Зайка, давай. Первый пример такой.
не знаю, меня осудила вся страна, когда я на передаче про это сказала. Веду тренинг, там просто не до конца, там отрезали половину рассказа. Я расскажу все, меня отрезали. Веду тренинг. Мужчина говорит, я когда-то занимался триатлоном, но сейчас бросил, потому что я женился, у меня там ребенок. Просыпаешься, у меня температура, просыпаешься, нужно детский садик вести, или просыпаешься, женись мне пораньше на совещании, ты в травку будешь. Я не иду на тренировку. А что делаете вы, когда у вас у ребенка температура 40? Я говорю, я на тренировку иду. Когда у ребенка температура 40? Он говорит, да вы что, вы не мать, я ехидна. Я говорю, минуточку, у меня есть цель, она большая, она называется «Отобраться на Кону». Я хочу на чемпионат мира отобраться. И я никогда не пропущу тренировку. И я никогда не поставлю на неправильное время. Я никогда не пойду на нее голодной. И я съем достаточное количество креатина, если это тест. Я не позволю себе на тренировке ни одной ошибки. Они могут возникнуть, я живой человек, я не ангел. Но я сделаю все, чтобы их не было. Или чтобы их было очень мало. Я не забуду вставить стельку там, я не знаю, в кроссовок. Я буду жить и относиться к этой тренировке как к очень важной. Как одной самой. Потому что, знаете, мы как часто живем? Но мы все хотим. Деток хотим, отношения хотим, дачу хотим, тренировки хотим, хобби, много чего хотим. И что мы делаем? Чуть-чуть здесь, чуть-чуть пропалываем, чуть-чуть. Мы везде троечники. Почему? Но мы все сделали плохо. И вот это я когда обращала внимание, люди, которые достигли многого, в чем их особенность? Они умеют проживать каждый момент своей жизни, как будто он единственный на свете. Как будто он единственный на свете. Когда, допустим, они ведут совещание, они не только не помнят, что их жена рожает, они вообще не помнят, что они женаты. Они совещание ведут. Понимаете? Но если они пошли играть с ребенком, у них нет с собой ни телефона, никого, и тот, кто их тронет, они убьют, они сейчас с ребенком. Вот это умение на самом деле выбирать тренировку. На самом деле делать все, чтобы эта тренировка прошла идеально. Прочитать книжки, стать умнее тренера. Сходить к ортопеду, посмотреть, какие кроссовки подходят. Посмотреть, что мы едим. Посмотреть, насколько минус 4 килограмма позволили бы нам бежать быстрее. Кому-то наоборот в плюс. Я вот сейчас там набрала, у меня скорость бега не падает. Классно. И во что, когда я лучше бегаю, в жару или в холод? И где у меня какие пульсовые зоны? И не бывает, если я знаю пульсовые зоны, и я делаю интервальные тренировки выше панно, у меня сдвигается панно. Оно все сдвигается, все живые люди. Значит, мы делаем в третьей пульсовой зоне, и мы никуда не движемся. Купили пульсометр, поменяли часы. Мы, если туда хотим, дальше идет сумасшедший длинный список всего, что нас туда приводит, который отвечает на вопрос, а я это на самом деле выбрала? Или я, в принципе, в общем много делаю? Это разные вещи. Если я, в принципе, довольно много делаю, и об этом говорит тренер, а у меня результаты не идут, может, что-то с тренером не так. Только тренер говорит, почему такие цифры? Почему такие цифры? Я разозлилась в этот раз и говорю, тренер, может, не со мной что-то не так, может, с цифрами вашими что-то не так. Ой, ну это с вами тренер не прокатывает. То есть... Есть определенные законы, и их очень много. Может, витамин В1 надо попить? Я не знаю, может, коэнзимы. Может быть, действительно посмотреть, сходить, сделать нормальный тест, а где у вас уровень панов? Все есть. И работаете ли на этом? Работаете ли вы над этим? Ну, то есть, дальше... ну, наверное, все дело в том, что я действительно не считаю, что это прям такая цель, да. Чтобы пока... починить жизнь. Да, и вот я пример такой у меня был тоже, но это уже прошло, сколько это было... Прошлый год, да, это был прошлый год. У меня прошлый год, нет, позапрошлый, у меня начался так. Я была в хорошей физической форме, я очень хорошо прошла очень сложную гонку, и мне пришлось сделать операцию в январе. Но в лозе межсезонье операция прошла плохо, но неудачно прошла. Я 4 недели ходила с катетерами, тренер с катетерами меня тренировку не пускал. В общем, когда уже катетеры сняли, я 1 марта встала на беговую дорожку, и я хорошо бегаю. Прям, ну, я нормально бегаю, быстро. Я люблю это. И я пошла по дорожке пешком, потому что, ну, я же не тренировалась еще, операция, наркозы, накололи все, ужас. Я прошла пешком километр, пешком. Я сошла с дорожки, у меня была еще не нога, как после марафона. Представляете, какой откат? Все. А у меня через 2 месяца был старт. Мы с Максом ехали как раз вместе на старт в Экс-Ан-Прованс. И я стала готовиться, а у меня вообще результаты не идут.
Ну нет, у меня тренер, правда, врачи сказали полгода не тренироваться. Разве же они вам ничего не понимают? Они же вам ничего не понимают. Поэтому я тренировалась. И я приехала на старт. И я отвратительно прошла старт. Это был самый плохой мой старт, самым плохим временем. Я плохо проплыла, плохо проехала, плохо пробежала. И мне было очень тяжело. Я была на себя очень злая, и поэтому я через полтора месяца прошла, там, по-моему, это был у меня третий тогда на тот момент РНВ. И я с комой печени его закончила. Нет, я добралась до финиша, но это было ужасное время, это была кома печени. И потом я сказала, я провалила старт, мне нужно срочно сделать еще один, через 5 недель я поперлась еще на один РНВ. И сделала его еще хуже. И через месяц зарегистрировалась на РНВ Виши. Мне тренер сказал, нет, мы туда не поедем. Я говорю, а что будем делать? Он говорит, ну, будем так зарядку пока потихонечку делать. Восстанавливаться типа того. А чего восстанавливаться-то? Но я при этом, как всегда, детей поднимала, там один бизнес, второй бизнес, еще много всего, еще куча проектов по социальному предпринимательству, лекции читаю, но мне очень нравится. И я вроде на тренировки не забиваю. У меня ни разу не было, что тренер написал, а я бы забил. Не, ну написал, я делаю. Насколько могу. Ну, понимаешь, что цифры там немножко другие, но я же не забила, пришла сюда. И тут был очень важный момент, такой очень переломный. У меня тренер тогда жил во Франции, он мне говорит, видишь, что я совсем никакая. Приезжай, потренируемся, просто приезжай, потренируемся. И я для себя решила, мне тогда это было нереально тяжело. У меня была сложная ситуация с детьми, у меня была сложная очень ситуация в бизнесе, у меня денег в конце концов не было. Я забила на все, я приехала туда, я поселилась в маленьком апарт-отеле, где нет интернета. Я отключила все телефоны, и я сказала себе, у меня есть 6 дней ответить себе на вопрос. Я вкладываю безумное время, безумные деньги в какой-то триатлон, где у меня результаты падают и падают. А во мне все говорят, ну ты же сама не молодеешь, и я это в эту фигуру не верю, представляете? Я говорю, ну действительно, я же не становлюсь моложе, почему у меня результаты должны расти? Смешно, да? Я верила в это, меня это успокаивало какое-то время, да? Вот в этом моем отчаянии. Я решила, значит так, вот у тебя есть подруга 6 дней, чтобы принять решение. Триатлон, это вообще твое или нет? Это твое или нет? Я приехала, я ложилась спать, чтобы восстановиться после тренировки. Я просыпалась утром, чтобы идти на тренировку. Я ела, чтобы хорошо прошла тренировка. После тренировки я ела, чтобы восстановиться после тренировки, хорошо прошла вторая. После второй лежала кверху ногами, чтобы восстановиться и пойти на третью тренировку. Я жила 6 дней, поставив во главу угла единственный вопрос. Единственный. Я могу или нет? 6 дней, это не очень много, но это было, для меня это было очень сложное решение. Я тогда просто не заплатила очередной платеж по валютной ипотеке и поехала на эти деньги, у меня была большая просрочка. Я туда поехала, я там провела 6 дней. У меня много что поменялось эмоционально. Я тогда, может быть, до конца, это я сейчас очень сильно чувствую, насколько вот я сейчас приехала из Минтона, вот потренировавшись там 13 дней, в какой я сейчас великолепной форме. Я просто чувствую это каждой клеткой. Тогда было ощущение, конечно, какой-то физической такой нагрузки, но после этого, через 4 недели, я занимаю призовое место на половинке. Это было нереально, я была первая, вторая с конца. Ни о каком подиуме речь не шла. А еще через 5 недель я занимаю второе место на сложнейшей гонке в Пхукете. Там самый сложный велоэтап, который, наверное, вообще бывает. И на бег мы выходили, было 50 в тени, но тени не было. И я пришла вторая. И я на 38 секунд отставала от первого места. Меня никто не вел. Я не знала, что там человек. Я ее погнала на беге, но она, кажется, стартанула на плавании в более там поздней волне. И то есть результат, вот как только мы фокусируемся на чем-то, внимание – это очень важная вещь, как только мы на чем-то сфокусировались, как только мы сказали, это очень важно, и я это выбрала, а выбрала – это не между важным и неважным. Выбрала – это между важным и важным, это критическая точка. С ребенком, 40, когда температура 40, остаться хочется, да просто необходимо. И на тренировку пойти. Если ты не пойдешь, ты же скажешь, да, я нормально буду 1-2 старта в год проходить для удовольствия. Но тогда это не кона, это другая штука. Если это кона, ты должна сказать, вот у тебя ребенок, а вот у тебя кона. Выбирай. И это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что если я выберу одно, я буду рыдать, если я выберу другое, тоже буду рыдать, потому что чего-то у меня не будет в жизни. Это выбор, это жизнь. Есть очень интересная вещь. Вы знаете, когда я на психфак поступила, мне было 17 лет.
И одна из первых лекций, я как сейчас помню, это была лекция по психологии личности. И я читала очень талантливый лектор, он до сих пор на психфаке, у меня сейчас дочка там учится, он до сих пор читает там лекции. И он сказал, знаете, есть очень много определений личности. Есть несколько моих любимых, я вам их скажу. Возможно, вы их сейчас не поймете, но это очень важно. Личность, сказал он, это совокупность отвергнутых ей альтернатив. Я ничего не поняла в 17 лет, но записала. И вот я живу, и для меня эта фраза каждый год, иногда каждый день, открывается и открывается. Когда мы чему-то очень важному говорим, жизни нет, а чему-то другому очень важному, да, мы становимся личностью. Нет, остается за границей этой личности, да, здесь. Но граница личности, личность это все-таки граница. Вот личность, сила личности образуется тогда, когда мы делаем выборы. И эти выборы, они не становятся проще, они становятся сложнее. И если мы на самом деле что-то выбрали, выберите это до конца на самом деле, не просто по времени, не просто, а чтобы вот приперев к стенке и сказав, ты точно сделала все, что ты могла, абсолютно все, абсолютно. И становится понятно, не абсолютно, не абсолютно. И если ответ не абсолютно, значит, вот в этой точке, в отчаянии, ты либо сидишь, либо ты говоришь. Здесь очень интересная штука, потому что из отчаяния люди очень часто уходят в самую непродуктивную психологическую модель, которая только бывает в жизни. Из этой точки есть такая нехорошая дорожка, знаете, какая? Она такая, у меня-то все хорошо, но у меня мир несправедлив. А нет, у меня тренер неудачный. А нет, у меня просто в детстве, понятно, да? Да. То есть что? Мы берем и ответственность кому? Перекладываем. На мир, на моего папу, потому что у нас все в детстве. Да, еще на кого-то, на тренера, и мы перекладываем. И тогда они виноваты. А дальше идет очень интересная вещь, я бы тоже ее нарисовала, потому что это очень важная штука. Мы сейчас в точке отчаяния пока находимся и рассуждаем. Она какая? Ну вот смотрите, есть такой закон. Закон, то есть закон, если яблоко упало с яблони, оно упадет вниз, и придумал скорее, это закон физики, а есть закон психологический. Он говорит, существует колесо эмоций. Можно нарисовать некий круг, это круг, ребята, и на нем расположены разные эмоции, первичные. Они расположены как бы по кругу. Первичное, что значит? Злорадство, это не первичные эмоции, мы понимаем, да? Это уже окрашенное, да, какая-то вторичная. Там страх, радость, и так далее, грусть, печаль, да? Они находятся на колесе. Почему на колесе? Ну, во-первых, переход одной эмоции в другую, он не случайный. А во-вторых, когда два человека коммуницируют, если один испытывает одну эмоцию, другой обязательно будет испытывать вот эту. Это там закон коммуникации вписан это колесо. Не обязательно это эмоции противоположные или антагонистичные. Одного признательность, другого благодарность. Все отлично. Но они парные. И испытывая одну эмоцию, другой начинает испытывать комплементарную ей какую-то эмоцию, сопоставимую с ней. Но есть пары на самом деле, которые приводят либо к эскалации конфликта, либо к таким непродуктивным играм в жизни, которые не ведут нас никуда, а наоборот заставляют скатываться. Вот мы сейчас говорим об одной такой паре. Мир виноват. У него вина, ну или тренер, там неважно, кто-то виноват, мама, папа, в том, что у нас результаты нет. У меня физиология такая, слышь, ты физиология, ты очень плохая у меня, ты мне не нравишься. Да? Вот, значит, кто-то виноват, а мы тогда что? Если они должны испытывать по отношению к нам вину, у нас значит что? Жалость. Обида, конечно, обида. Вот жалость сейчас поймем, откуда взялась. Мы обижены, они виноваты. Это пара. Если один человек испытывает обиду, вы испытываете на кого-то обиду. Значит, он у нас что? Обиженный. Должен испытывать вину. Да. Что положено обиженному? Обиженному что положено? Жалеть себя. Да, жалеть чего? Себя. Ну, в общем, плюшки. Понятно, что ему положено много плюшек. Он несчастный, ему нужно жалеть, суси-пуси. Да, то есть плюшки все здесь. А теперь давайте, здесь этим понятно, это очень выигрышная позиция, мы обиженные,
обиженной природой, родителями, тренером, там, книгой плохой, которую мы прочитали, стали бегать поздно, а у нас из-за этого там трещина в кости образовалась. Фу, книгу как-то написал, как бы мог? Люди ноги травмируют после него. Вот, понятно, что мы в эту игру часто играем. Значит, мы обижены, у нас должны быть плюшки. Теперь давайте очень интересно с виной. Предположим, что вина локализована в какой-то такой части живой. Человек какой-то виноват. Например, так проще. Вина – это очень сильное чувство. Вы знаете, оно сильнее любви, ненависти, страха вместе взятых. Человек психически здоровый не может переживать вину. Долго вообще не может ее переживать. Это несовместимо с психическим здоровьем и с нашим внутренним «я», которое должно быть в порядке. Мы должны все-таки переживать, что я в порядке, более-менее. Да? Вина – это очень сильно… Ну, ребят, если мы даже уйдем, чтобы пример привести, да, я не знаю, в православную теологию, человек, который способен испытать чувство вины, что получает в православии? Да сразу билет в Царство Божие, да? То есть он покаялся, ему сразу прощено, сразу, в момент покаяния. Почему? Вот поэтому, потому что искренняя вина – это нереально сильное чувство, которое несовместимо на каком-то более-менее… Поэтому человек не хочет, не может, он не должен чувствовать себя виноватым. А вы говорите, я обиженный, потому что ты виноватый. Что делает виноватый? Он пытается избавиться от этого чувства. Конечно, как? Самый простой способ избавиться от вины. Это я виноват, и это что? Перекладывает, конечно. И это ты сам неправильно меня услышал, понял, сделал и так далее. Подождите, у этого только что были все плюшки, а теперь этот оказался туточки, а он оказался туточки. Это вообще как несправедливо, да? У меня сейчас была коробка плюшек, у меня ее отняли, еще сделали меня несовместимой с жизнью этим чувством. И что он делает? И пошла вот эта эскалация, да? То есть мы постоянно начинаем играть с миром, с другими людьми, с людьми, которых уже там даже, может быть, нет, но они когда-то были, сделали нам много гадостей, или находятся от нас далеко, да? Мы играем в эту игру, и я не буду сейчас углубляться, но поверьте мне, что все социальные беды, начиная от алкоголизма, наркомании, заканчивая там игровой зависимостью, они построены вот на этой паре. Они построены этой. Из нее сложно выйти. Сложно. Почему? Потому что плюшек очень хочется. Там вроде как у обиженного они должны быть. Он их никогда не получал, он даже не видел. Он предполагает, что им положено. Поэтому он борется за это замечательное место вечно обиженного, неуспешного, но которому все должны и с каждым кругом должны все время больше. Понятный, да, механизм? Механизм работает так, и мы склонны в этом застревать. И это один из выходов из отчаяния. Мы вообще забыли, куда мы шли. Нам теперь важно оставаться несправедливо обиженным со всеми плюшками, которые причитаются этой роли, но их еще пока никто не получил, но говорят, там бывает. Да, и мы там, значит, сидим, что очень естественно, очень интуитивная штука. Я вам какие-то вещи рассказываю такие, ну, не совсем популярные, но примерно построены так. Есть, конечно, и другой все-таки выход. Что мы делаем с отчаянием? Каждый из вас наверняка был в ситуации, когда испытывал это очень сильное чувство. И как это все-таки? Что-то с ним делал? Что с ним? Забегаешь, начинаешь двигаться куда-то. Начинаешь двигаться, продолжай его испытывать. Сосредотачиваешься на чем-то хорошем. Ну, или, в принципе, на действии. Да. На других. Да, делай, что можешь, и будь, что будет. Да. То есть ты продолжаешь действовать, несмотря на то, что ты его испытываешь. Да, ты пытаешься сосредоточиться на чем-то другом, и ты продолжаешь его испытывать. И это действие, оно не всегда самое удачное. Но дать себе сказать... Вы знаете, буквально вчера, вот очень интересная ситуация, у меня на тренинге. Вчера веду тренинг в компанию, которая произошла, очень такая сложная интеграция. Вернее, она еще не произошла, она сейчас идет. Она недавно началась, идет интеграция. И там был тренинг для руководителей довольно молодых, да, которые говорят, меня назначили руководителем. Но у меня начальник уволился,
И из 4 человек из отдела 3 тоже уволились. Ну, потому что тяжело, люди там плохо переживают. Естественно, когда идут какие-то изменения, люди даже на самом начальном этапе изменений говорят, не, нам не сюда. И вообще, что я здесь делаю, вроде я начальник, но у меня сложилась куча работы, я вообще не понимаю, что такое, мне очень плохо, и это уже почти месяц продолжается, а работу я потерять боюсь, потому что рынок такой сейчас очень нестабильный, но жить так тоже невозможно. И вот начинаешь разгребать, ну что ты будешь делать в ближайшие 2 месяца? Ну как, мне же нужен начальник, кстати. Не, ну ты не будешь начальником, у тебя люди уволились. Ты будешь пахать дальше как специалист, причем за 4. Потом тебе подберут людей, что ты будешь еще 2 месяца делать. Но опять начальник, нет, ты не будешь начальником, тебе подберут людей, которые ничего не умеют. Ты 2 месяца будешь учить. И текущие результаты будут из-под контроля, если тебя будут спрашивать. И ты будешь говорить, я сейчас не справляюсь. Да, будешь еще 2 месяца двоечницей. Будешь учить этих людей. А потом уже к 1 сентября что начать. А потом я буду начальником, ну молодец. Ну сейчас 4 месяца ада и все. Человек говорит, какое счастье. То есть, знаете, это тоже, как я, например, я очень люблю, видите, водные детские горки, но мне приходилось с детьми. Я когда по ним летела, у меня была мысль, когда-нибудь это все равно закончится. Хорошие мысли, знаете, ничего помогает. Ну немножко еще ада, ну погрести еще чуть-чуть, ну ты не видишь, когда. Ну если все время грести, ну, наверное, же выгребешь когда-нибудь. Да, то есть здесь, конечно, там... выходов непродуктивных очень много, но умение быть вместе с отчаянием какое-то время, довольно надо продолжительно вместе с ним, это очень ценно, и это единственное, что заставляет нас пройти через эту точку, и куда же мы дальше выходим, там еще не сразу сюда, там еще есть одно чувство, все-таки, ну не получалось, и мы уже подъем. Второе дыхание, какое чувство прожить второе дыхание, подъем? Надеюсь. Нет, там такой сильный чувство. Злость, конечно, это она, ура. Но эта злость, это не вот не серия добро и зло, а этой серии злость такая хорошая, да? Да, кураж два. Я все равно, я смогу, я победю. Вы знаете, в принципе, вообще все чувства, мы много сегодня о чувствах говорим, их можно две кучи разделить. Одни называются депрессия, это против себя направленные, а другие называются агрессия, это против мира. Вот эта часть чувств, не когда агрессивный, потому что плохой, или злой, потому что плохой, а когда продуктивный, когда мы идем вперед, когда мы совершаем прорыв, когда внутри нас вот этот кураж в квадрате появляется, и мы идем и прорываемся, и идем. И вот уже сюда, вот в эту замечательную точку, где находится радость и полнота жизни. Потому что радость – это про чувство, а полнота – это про ее смысловую наполненность. Ребята, ну такой путь вообще пиздец. Вот. Это, опять же, краткое содержание сегодняшнего. Мы сейчас можем про что-то еще дополнительное хотелось бы поговорить. Но чтобы попасть из точки, где я чего-то хочу, потому что вроде как то, где я нахожусь, это не совсем то, о чем я мечтаю. Чтобы оттуда попасть в точку, где называется радость и полнота жизни, мы должны пройти через недовольство собой. Через страх, через разочарование, через отчаяние, через злость. И это все не самые радостные чувства. Это не когда нам хорошо, тепло, мягко и приятно, но волшебной таблетки нет. Ее нет. То есть такого краткого пути в эту точку, когда ты, ну как это, мы очень любим, что-нибудь поесть, а потом съесть таблетку, чтобы переварилось. И вроде уже придумали такие, знаете, да. Или что-нибудь много-много долго неправильно есть, а потом от этого лечиться. И вроде как вылечивают, говорят. Здесь так не бывает, здесь нету волшебных таблеток, туда никакие укороченные маршруты не идут. Вот тот маршрут, если мы говорим, а что делать с неудачей, а что делать в ситуации, когда мы, а неудача когда, это когда мы начинаем делать что-то, что мы не делали никогда, а вот ничего не делать, вот понимать, что мы будем здесь, потом мы обязательно будем здесь, и обязательно будем здесь, и там мы будем тоже, и довольно долго, и другого пути здесь нет, это очень важно. Но знаете, в чем, может быть, хорошая новость, в конце, потому что хорошее сказать, кратко, теоретическую экскурсию сегодняшнюю, она такая, вы знаете, вот, если бы я была врач, здесь бы лежал человек,
И мне бы нужно было определить, он живой или нет. Ну я бы что могла сделать? Пульс померить, еще что? Там зеркальце, да, поднести карту. Но у меня не врач. Я в базе своей, хотя на этот треп занят, я психолог. И я понимаю, что если есть человек, и мне нужно определить, он психологически жив или мертв, у меня есть пара хороших вопросов, таких же, как пульс и зеркальце, психологически. Потому что человеку может казаться, что он прожил 20 лет. Нет, он один год прожил 20 раз. Никакие 20 лет он не прожил. Он один и тот же год 20 раз проживает. Сейчас мы картошку полим, сейчас жука собираем. Сейчас мы ее выкапываем. Потом кладем в погреб, потом мы ее едим. Что не доели, сажаем. 20 лет прошло. Да. Есть очень хорошие два отличных вопроса. Я часто спрашиваю, например, а когда вам последний раз было страшно? И это вопрос про то же в человеке психологическом. Если ему давно не было страшно, он покойник. Или можно другой вопрос. А когда вы последний раз ошибались? Вот это я очень люблю. Когда вы последний раз что-то делали и делали ошибку? Это тоже про то же самое. Потому что если мы продолжаем, как в школе, эксплуатировать одно и то же правило, когда картошку сажать, когда ее выкапывать, сейчас календари специальные для этого сделали, прогнозы, вообще, чтобы нам было проще, да, с картошкой, то здесь очень хорошо вопрос. А когда ты последний раз ошибся? И если человек, я вот это вот тоже, вот часто приходишь и говоришь, а что вы хотите? Я вот это хочу, вот это, я говорю, а что из этого нового? Все, ну все это новое. Потому что мы же не хотим что-то, что уже было. Оно же вроде как инфляция удовольствия случилась. Ну, есть у вас машина, она вас устраивает. Ну, как бы, ну можно еще одну купить, она будет устраивать тоже. Сколько она будет радовать новой машины? Ну, недолго, да? Сразу произошла инфляция удовольствия, смотришь, может другую уже поменять, да? А здесь тоже люди хотят чего-то, чего с ними еще не было. Но они что-то давно не ошибались, да? И совершенно давно никакого страха не испытывали. А определить, ну, адекватный страх, неадекватный, это как бы просто пришел на ум вопрос. Я боюсь, например, там идти поздно ночью домой. Так. Когда я сняю боялся, вчера боялся, позавчера боялся. Ага. Но это же не какой-то страх, который движет меня к цели, которую я хотел достичь. Просто я боюсь там. Да. Боится, и каждый день хожу, ну, и 10 лет, и еще боюсь. Ну да, есть фобия, как некий симптом, да, страх темноты. Мы тоже на самом деле можем выбрать, что-то с этим делать или что-то с этим не делать, как с любой фобией. Это же не определит мою, скажем так, психологическую живучесть, то, что я боюсь, на самом деле боюсь. Знаете, я приведу, чтобы было понятно со страхом темноты. У меня был тоже тренинг, и я попросила в рамках тренинга рассказать людей, когда они последний раз действительно боялись, смогли свой страх преодолеть и сделать что-то новое. И девушка рассказывает, вы знаете, я большой герой, гигантский. Я вот сидела с ребенком, и потом муж говорит, я тебе на Новый год дарю поездку на Мальдивы. Мы полетели. Мы прилетели на остров, пожили 2 недели, съездили на рыбалку и вернулись. Все говорят, что-то не поняли. Он говорит, я, понимаете, никогда на самолете не летала. Мне так было страшно. Я села на самолет, я чуть не умерла. А потом нас присадили на маленький самолет и привезли на остров и сказали, что он такой маленький, что любая волна его может накрыть. Я даже ходить по нему боялась. Я спать не могла. Я все время думала, что меня сейчас накрыт волна. А когда надо было улетать, меня посадили в лодку и повезли на рыбалку, я поняла, что на острове было не очень-то и плохо. Понимаете, вот с ее точки зрения она очень большой герой. Если вы говорите, я просто боюсь темноты, для всех остальных вы просто боитесь темноты, для себя вы боитесь темноты не просто. И если вы что-то сделаете с этим страхом темноты, вы лично, это будет гигантский подвиг, который, возможно, нужно увековечить для вас, для всех остальных нет. Но если вы вроде бы, вот со стороны смотришь, вот он боялся темноты, вот не боится, ну надо же, ничего. Но я прекрасно понимаю, что если вы, может быть, вы не перестанете до конца бояться, но вы сможете что-то с этим страхом сделать, это будет очень важная вещь. И вы это сделаете потом не только со своим страхом, но еще и с многими другими областями жизни. И это еще не все. Вы сможете ребенка своего, когда он будет бояться, научить.
Я недавно вот в Винтоне, у меня как-то так в субботу-воскресенье не было интернета, пропало, идти некуда поспрашивать, куда он делся. И я пошла в Макдональдс за интернетом, мне там было срочно там статью отправить. Я прихожу в Макдональдс, а там уже когда живешь какое-то время долгое, и ты уже не понимаешь, на каком языке говорят, потому что ты понимаешь, что говорят, и ты не понимаешь. Вдруг я понимаю, нет, я это хорошо понимаю, что они говорят, потому что это по-русски. Понимаешь, ты, я вижу замечательную такую семью. Мама, папа и трое деток. Девочка 7 лет, девочка 4 лет и совсем маленький грудной мальчик 4-месячный. И они ехали там к себе куда-то в Мюнхен, проездом, увидели Макдональдс, остановились, ну, поесть. Они там что-то сидят, едят, разговаривают. И узнали меня. Так получилось, что они там что-то смотрели, где-то увидели, меня узнали, и мы стали разговаривать. И мама, вот понимаете, вот тоже, я со стороны сейчас вам рассказываю, но с ее точки зрения это же не так выглядит. Она говорит, у меня деточки, например, ну тоже начали консультироваться, если, ага, все, сейчас будет консультировать. Они очень боялись плавать, а муж берет их и кидает в бассейн. А я говорю, наверное, так нельзя. Девочки, ну как бы девочки, там психотравма будет. Ну такие хорошие родители заняты воспитанием детей, осмысленно троих родили, там стараются воспитывать. Вот вы скажите, как? Вот нужно их в бассейн кидать или нет? Я понимаю, вопрос неправильный. Дело не в ответе, дело в вопросе. И тут же она говорит, а я вот, например, права получила 2 года назад, но так за руль не села, я так боюсь, нет, я 2 раза садилась, муж рядом сидел, я немножко проеду, выйду, и дальше идет он. Я боюсь. Я говорю, так значит, вы себе разрешаете в бассейн не нырять, а девочки должны, что ли? Понимаете? То есть здесь очень важный момент. Сядь за руль, покажи своим девчонкам. Покажи им, как ты можешь. Тебе будет очень страшно. И может быть, ты попадешь в аварию. Многие, кто первый раз садится за руль, царапают машину, происходит что-то еще. Но рядом есть другие, они тебя видят, что ты чайник. Но все равно, стоп, стоп, не понимаешь, ты еще не умеешь. Он стоит на месте, как идиот. Никуда не двигается, когда ты в него задан. Да? И если это не делаешь ты, то когда это делают с твоими девочками, во-первых, ты испытываешь, что у тебя амбивалентные чувства, а правильно ли это, а во-вторых, ты сама-то ты как? Ведь они будут делать не то, что ты им сказала, трубы давай в воду холодную. Они будут делать то, что ты им показала. И когда вы что-то делаете с вами так, вы не только герой по отношению к себе, хотя это ну, просто маленький страх, я темноты боюсь, а вот теперь все равно то, что я боюсь, я все равно что-то делаю и учусь с ним работать. Вы еще делаете очень многое для кого-то, кто, глядя на вас, тоже этому научается. Если, допустим, есть дети или будут дети, у вас будет отличный опыт рассказать им, что делать со своим страхом. И это тоже очень круто. А как понять, что делать? Вот просто... Я могу понять, молодого человека, он уже просто привык жить с этим страхом. Ну, конечно, все испробовал там, да? Ну, допустим, у меня есть ситуация, мне кажется, я уже так и решала, и так, и сяк. И я, никак, да, не могу уже понять, что мне надо делать. А как вот найти вот этот вот ключ? Вы знаете, я могу сейчас ошибиться, но в отношении конкретно вас. Хотя в такой ситуации, я не ошибаюсь, но в 90% случаев, вы так чудесно улыбаетесь, что мне хочется задать вопрос, какую позитивную работу выполняет то, с чем вы так боретесь? Какую позитивную... Посмотрите, если что-то, если много раз повторилось, вы знаете, вы сказали очень важную вещь. У меня что-то повторяется много раз. Я пробовала и так, и сяк, да? И уже что-то только не делала. Я вам хочу сказать, если это повторяется много раз, в психике моментально отмирает то, что не нужно. То, что не нужно, там не закрепляется. Вы хоть что сделаете, вы не сможете закрепить в своей психике, в своей поведении то, что не приносит пользу. Если это все время повторяется, это, по сути, вопрос вам самому себе, какую колоссальную внутреннюю работу для вас, безусловно, со знаком плюс, проделывает это. Вторичный выбор, да. Примеров полно. Пример. Можно банальный, он поверхностный. У меня есть предприниматель очень крупного бизнеса на своем рынке, это ведущий бизнес. У него есть удивительная особенность. Он ни разу не взлетел на самолете, на котором у него был билет. А он много летает. Ну, пытается, по крайней мере, летать много. А чего он все время опаздывает? Он все время опаздывает. Все время.
При этом, вы знаете, я опять же могу сказать, характеризую его, что я никогда не видела такого креативного человека. Это фонтан просто. Это фонтан. Я говорю, ну что ж такое, ну что я идиот, почему я не могу приехать туда? И он навстречу, которая будет через там 10 минут в противоположном конце Москвы уезжает, вернее, через, да, он выезжает за 10 минут туда, говоря, я успею. Ну это что ж такое? И дальше я начинаю разбирать с ним эту ситуацию, ну, коротко. Я говорю, когда тебе в голову приходит самый чудесный день, вот тогда. Когда я вот в этом злости на себя, в цейтноте, я сейчас всех обгоню, да че он тормозит? И вот когда я в этих диких чувствах, потому что он хочет вовремя, реально хочет, его изнутри вот так всего разрывает, вот тут он такие решения для своего бизнеса придумывает. Вот мама не говорит, все там. То есть, ну, понятно, что это очень, ситуация несложная. Бывает, что эта вторичная выгода, она сложнее, намного сложнее. Но то, что если одно и то же повторяется очень много раз, оно выполняет какую-то очень большую работу. Не обязательно продуктивную, как в этом случае, продукт, а защитную, может быть, защитную. Может быть, это оберегает вас от чего-то. Может, это заботится о вас, потому что вы не заботитесь о себе так, как нужно. Я не знаю, какую работу, очень часто защитную, выполнять. То есть что-то, что вы не делаете для себя сами, вот этот механизм вторично производит для вас. И это очень ценно. Он вас каким-то образом либо защищает, либо дает какие-то возможности, либо какие-то выгоды, какие я сейчас не знаю, но то, что это так, это однозначно. А дальше второй шаг. Если вы от этого механизма получаете вот эту драгоценность, мы не привыкли называть драгоценностью. Мы говорим, какой кошмар, я все никак не. Мы не смотрим на нее с точки зрения, спасибо тебе, дорогой, я, оказывается, вот. Но когда мы поняли это вот, или хотя бы гипотетически, я думаю, что вообще мы очень быстро обычно понимаем, это вот про это. Да? Если мы поняли, что мы из этого получаем, дальше идет вопрос, а как еще по-другому? Наверное, конечно, менее эффективно, или, по крайней мере, какими-то новыми способами, мы могли бы получать то же самое, но не через это. Ну, то есть, наверное, мы бы эту выгоду могли получить как-то иначе, не только через этот механизм, у которого для нас, очевидно, есть негативная сторона. Да? То есть, наверное, как-то иначе. Может быть, что-то мы сами для себя не делаем, или в чем-то там себя как-то ограничиваем и так далее. И поэтому у нас есть замечательная наша часть, спасибо ей огромное, которая так чудесно о нас заботится, поставляя нам то, без чего, возможно, мы были не жизнеспособны. Но, скорее всего, потому что если повторяется в психике, значит, очень ценно, что очень ценно. Даже не успех он может повторяться, и при этом все равно работать на нас и не будет. А можно тогда вернуться к вашей схеме про отчаяние? Вы сказали, чтобы из него выйти, надо продолжать движение. Это единственный выход или есть другие методики? И, например, если это единственный выход, то как заставить себя продолжать действовать, чтобы перейти в стадию злости? Вот смотрите, способов очень много. Один из них, как себя заставить действовать, это все-таки установить себе границы. Когда отчаяние бесконечно, оно непреодолимо. Это абсолютно точно. То есть первое, что точно нужно сделать, нужно очень четко понять, сколько это будет продолжаться. Я даю себе 6 дней, там, руководитель вчерашний, там, до 1 сентября дал себе срок. То есть есть какой-то срок, когда-нибудь это все равно закончится. Сказать, я буду все равно действовать в этом направлении, вот столько-то. Конечно, если мы должны соотнести этот срок с желаемым результатом, но мы не скажем, ой, беременность это так плохо, у меня токсикоз, через 2,5 месяца рожу, ну его нафиг. Ну так не будет, да? Мы понимаем, что мучиться 9 месяцев все равно, да? Но это обозримая цифра. Сегодня уже 9 месяцев минус 3 недели, завтра уже там, ну и так далее. То есть какой-то срок, который рационально более-менее, но за это время что-то все-таки должно произойти и двинуться. И очень важно в этот момент все-таки, грубо говоря, вставать на весы. Если мы ставим на весы каждый день, сегодня минус 300 грамм, а завтра плюс 400, и вроде опять мы там же. Но если все-таки прошло 2 месяца, а мы потеряли 1,5 килограмма, это нормальный результат. Хотя 1,5 килограмма немало. Да? То есть ну, взвешиваться в том плане, что есть какие-то такие моменты, чтобы мы хотя бы чуть-чуть видели результат. Потому что отчаяние, первое,
Нет сроков, отчаяние преодолим. Ну, конца и края нет. Второе. Мы не видим в нем движения, и оно снова становится непреодолимым. Это нагнетает отчаяние. Мы должны, опять же, что нам не просто 9 месяцев терпеть, а мы через, там, не знаю, полтора месяца сделаем УЗИ и посмотрим на картиночки, какие у него ножки. Да? То есть мы увидим что-то, какое-то маленькое движение через... Ну, если мы каждый день будем смотреть, мы не увидим этого движения. Но если мы скажем, ну, через 2 месяца уже что-то произойдет, или через какой-то срок что-то произойдет. То есть очень важен срок вообще, и очень важны промежуточные результаты, которые очень воодушевляют. Конечно, очень хорошо, когда там есть кто-то, кто тоже тебе может там сказать что-то и поддержать, но часто этот кто-то, он тоже находится внутри. У меня очень часто бывает, что я, допустим, очень тяжелую тренировку, особенно интервальную, выше уровня ПАНО, это очень тяжело. Вот говорите, нужно там выжать какую-то мощность, она выше по пульсу, чем вообще ты можешь, по мощности выше, чем ты можешь, это уже 6-й интервал, и льет дождь, и тебе холодно, и это Альпы. И вообще, и тебе хочется развернуться и сказать, я не смогла, но я сейчас себе честно скажу, ты сейчас едешь и скажешь себе, что ты молодец. Я приезжаю и говорю, ты молодец, ну какая же действительно класс. Ну, как-то себе вот какой-то маленький срок, еще чуть-чуть. Знаете, это тоже важно, у меня был такой момент в гонках, если про меня. Вторая моя гонка была ДНФ, я не финишировала. Я ехала на велосипеде, одна из последних, волонтеры ушли, и я долго ездила по городку, не могла найти, где въезд транзитку. Я въехала, у меня не с той стороны. И волонтеры, которые там уже поели и появляли, сказали, что ну, ты все равно въехал не там, у тебя чек не считался, на бег уже можешь не выходить. И я еще очень сильно вернулась на велосипеде, и у меня до сих пор остались на руке шрамы. Это, меня просто размазало по каменной кладке, меня сбили мотоцикл, не выехала на трассу. И мне было очень больно, там, у меня в платеж, у меня тормоза просто залипали от крови. Но я сильно была травмирована, и я не вышла на бег. Я могла выйти. Я люблю бег. И это не важно, что мне зачитали гарантию. Но я не вышла, потому что мне было больно, мне сказали бесполезно. Я воспользовалась тем, что мне сказали, что уже бежать не надо. И не побежала. Я себя пожалела. И это было такое сумасшедшее чувство, когда я понимала, я не финишировала. Я не финишировала, я могла финишировать. У меня не было тяжелых переломов. Я люблю этот бег. Ну и что, что не зачли результат? Это же мой результат. Причем то, что написали на листочке? Я же не вышла на бег. Вы не представляете, какое это было переживание. Я прямо себе поклялась, что если у меня будет малейшая возможность все-таки дойти до финиша, я больше никогда, никогда не сойду. Ну, бывает ситуация, когда это слово просто не можешь сказать, да, это что ты не можешь. И это меня очень сильно дважды спасло. Один раз я тоже очень сильно вернулась на велосипеде, и я когда доезжала, просто с потерей сознания сильнейшей, потому что я очнулась в какой-то хибаре, вокруг бегают вот эти вот азиаты непонятные, у которых в глазах одна мысль съедобная, несъедобная. Реально. И ты думаешь, что вообще где что случилось, и видишь там где-то вдалеке по дороге проносятся те, кого ты давным-давно обогнала. И просто, ну, когда я там снимала шлем в транзитке, просто кровь вылилась. И я себе тогда успела сказать, ты себе дала слово, ты успеешь сойти, выйди на бег. Ну, если тебе станет совсем плохо, ты успеешь, ты прямо сейчас можешь бежать, беги. Плохо? Беги плохо. Я не сошла. Да, там не было какого-то призового места, но я финишировала в этой гонке. И у меня в этой гонке, несмотря на падение, было очень хорошее время велоэтапа. И это был очередной какой-то шаг. И были такие вот моменты, потом еще повторялся момент, когда, ну вот когда у меня была глаукома печени, да, то есть я хорошо проплыла, я нормально проехала на велосипеде, я вышла на бег, я очень хорошо пробежала примерно 18 километров. А потом началась дикая работа, и печень прям вывалилась. Это дикая боль, это как нокаут. Но я тогда точно помню. Несмотря ни на что, я дойду до финиша. Я дойду, я буду сгибаться, по-моему, я буду на финиш, и это важно. И потом, когда ты финишируешь, ты дура скажешь себе, почему ты не доела углевод.
Знаете, очень многие люди, от которых я знаю, они, например, гонщики, они гоняют на автомобилях, но после рождения ребенка они говорят, что все, я не могу рисковать своей жизнью, потому что как бы от меня зависят другие люди. Вот в данном случае я вот слушаю вас, да, и здесь вы просто рискуете жизнью постоянно, да, и хотя у вас четверо детей, как вот с этой ситуацией психологически? Ага, ну вы знаете, если бы сюда позвали моего тренера, Тренера не сумасшедшего. Смотрите. Да. Иногда бывает, что я финишую. Это часто, кстати, бывает. И знаете, это такая очень сильная штука. Вот, то есть на этой ситуации можно писать с двух сторон. С вашей точки зрения, я очень хорошо понимаю, у меня есть такой внутренний голос, который говорит мне абсолютно то же самое. Но она как бы общественная точка. Да, у тебя четверо детей, зачем ты так рискуешь? И вы знаете, это вообще голос, когда я еду на спусках, у меня он сразу включается. Ты мать четверо детей, я сразу на глаза. Тут же. Вот. Есть другая точка зрения. Я когда финиширую, я каждый раз говорю, что это все, все закончилось. Внутри вот эти, когда она научится выкладываться. И вот у меня тоже была ситуация, я сегодня ее так коротко очень сказала, у меня была ситуация, она для меня называлась 38 секунд. Когда на сложнейшей гонке, на сложнейшей, я 38 секунд проиграла первому месту. Меня никто не вел, я не знала, что она лучше мне. Но когда я финишировала, была уверена, что я первая. Я проиграла 38 секунд. Знаете, что со мной было? Все нормальные, я стою на подиуме. Я только что была в неудачнице, вообще не могла ничего сдвинуть 3 года. У меня результаты падали, падали, падали. От 0 вниз. Понимаете? И тут я на подиуме, сложнейший гонки. Вообще сложнейший. Люди идут пешком в эти горы. У меня есть фотографии, мужики все идут пешком, я еду. Понимаете, в эти вот горы. Вы знаете, какая гора? Вот как Ачак Папакару. Вот кажется, что эта декорация нарисована на стенке. Ты понимаешь, нет, это гора. Она не нарисована, она на самом деле вот так загибается. И ты по ней как-то едешь, и они там очень сложные, жаре 60 градусов, да? И я стою, значит, на подиуме сложнейшей гонки на втором месте. Я себя так плохо никогда не чувствовала. Не доработала. Понимаете? И дальше у меня начинается. Вот там нужно было, это минута. Угу. А вот там это две. Вот здесь вот две. Нет, здесь полторы. Я за 20 минут. За 2 недели нашла 20 минут, на которые могу пройти гонку быстрее. То есть я каждый день. Все уже разъехали. Но у меня в голове я все прохожу гонку. Я еще в гонке, я ее прохожу быстрее и быстрее, вот уже на 20 минут. Я говорю, Саша, считайте это безобразие, все. Второе место очень хорошо, забудьте идти вперед. И я поняла, это было очень сильно. А у меня сын буквально незадолго до этого проходил в Алании триатлон. И он был в абсолюте четвертый, очень хорошо, ну, выплывает он всегда очень хорошо. Он очень хорошо прошел для себя велоэтап, но не сильно вес, это велосипед. Ну, я обычно пробежала, он четвертый абсолюте. И я ему тогда сказала, Женечка, вот ты проиграл 2 минуты, там, Илья Слепова, да, вот на 2 минуты. А где бы ты мог эти 2 минуты найти? У меня смотрит, говорит, нигде, мама, я сделал все, что мог. Как я ему завидовала. Вот это вот, и это очень для меня до конца нерешенный вопрос. Потому что у меня с одной стороны идет вот это, тебе нельзя рисковать так, чтобы не оставить детей один, нельзя, ты одна у них. А с другой стороны, а я сделала все, что могла. И мне кажется, я из этого диапазона не выхожу. Понимаете? То есть я как-то внутренне в этом диапазоне. То есть вы научились вот эту вот зону страха, ну как бы вот как перепрыгивать. Я с огромной силой учусь наоборот этот страх сильнее еще делать. Не, наоборот, не чувствовать, а сильнее делать. Знаете почему? Дети. Я одна. Ты там половину, он все настирал, наготовил, статьи написал, жена, где вижу нужны, еще что-то поделал, все, у тебя есть 3,5 часа поспать, ты ложишься, подходишь, температура 40, скорая скарлатина, а ты беременна четвертым, и тебе рожать эту скарлатину. Понимаете? И у меня выработался механизм очень женский. Всегда немножко кормить. Я завтра посуду дам. Вот и серия, подумаю над этим завтра. И я когда начала заниматься триатлоном, у меня болела большая проблема. Я везде недовыкладывалась. Я себе чуть-чуть всегда оставляла запас. А вдруг ты на 9 месяце ложишься на 3 часа у него скарлатина? Это очень сильно. Это остается. Это вырабатывает целый ряд каких-то механизмов поведенческих,
когда ты понимаешь, тебе должно хватить на все всегда, и ты всегда живешь с этим запасом. И вот это вот уже выкладывайся, ты выкладывайся прямо сейчас. У тебя есть 30 секунд, и за 30 секунд покажи максимальную мощность. И вот тренер просто орал, научая меня хотя бы в интервале 30 секунд, потом в интервале минуты, потом в интервале 2 минуты, потом в интервале 5, выкладываться как он был на все деньги. А как на понять, все? На все или на все? Очень вопрос. Сложно. Это только внутренне. Понимаете, я считаю, что я до конца этому не научилась. Я в эту сторону продвинулась, но не научилась. Но вот если у меня с одной стороны есть вот этот риск, да, как бы выжить, то с другой стороны у меня есть задача все-таки выкладываться больше, но отдыхать больше. Я отдыхать тоже не умела. Я учусь, с одной стороны, сильнее отвлекаться, с другой стороны, сильнее отдыхать больше, чем раньше. Но внутренне, это какая-то внутренняя такая мера. На самом деле, каждый раз ты можешь ответить для себя точно. Ты точно 100% делала или нет? Да? Сложно, очень сложно, потому что после, вы знаете, вот после любой гонки, даже вот сейчас полумарафон там бежал в феврале, я все равно думаю, я же могла. И ты находишь эти моменты, когда ты себя пожалел. И вот это значит, с одной стороны, это можно еще поднажать, а с другой стороны, все-таки есть граница, где ты поднажмешь, и там уже ресурсов-то не хватит. Я училась, например, знаете, каким вещам? Делать что-то прогрессивно. Обычно как? Ну, когда чайник, да? Ты сначала выложишься, а потом тебе не хватило. У меня, вот я только что вернулась, когда я тренировалась в Альпах, у меня была тренировка. У меня первая жизнь была такая тренировка. Я тоже сейчас для меня самая прекрасная тренировка. Там есть такая гора, она, вот Макс мне это сказал. Вы знаете, это уникальная гора, есть свой сайт. И велосипедисты со всего мира приезжают, чтобы попытаться в эту гору въехать. А тот, кто может, еще и на время уложиться. Она поднимается на 1000 метров и где-то 12 километров подъема. Понимаем угол наклона. Ну, то есть где-то под 10 градусов примерно угол наклона. Ну, есть какие-то чуть более плоские места, но в конце, особенно последние 3 километра, с очень разбитой дорогой, тяжелой, она нереальной красоты. Потому что она прямо от побережья, прямо от берега, вот поднимается эта гора, она перекидывается несколько раз через ущелье, просто вот гора, и ты едешь, да, по Новосроте. Это очень красивое ущелье, через которое ты... Ну, ты все время идешь, набирая очень тяжелый угол подъема, за 12 километров ты оказываешься на вершине, открывается очень красивый вид на Альпы, на снежные горы и так далее. Она очень тяжелая. Я ее ехала первый раз 1,5 года назад, я ехала в 6 приемов, я останавливаюсь, чтобы порыдать. Потому что где было вообще, и какой-то кусок я прошла пешком, там, где угол наклона совсем был большой, я не могла даже тронуться в эту гору, шла и рыдала. Это было мое первое знакомство с этой прекрасной горой. Ну и потом я как бы по отношению к этой горе росла, наступил прекрасный момент, когда я смогла в нее не просто въехать, а въехать уже за хорошее время. И у меня прям тренер все время ставит тест в эту гору с какой-то периодичностью, чтобы я сама видела, как я выросла относительно себя. Это всегда очень тяжелое испытание. Я себе говорю, ну мне просто там час, ну, может быть, с какой-то копеечкой, вот за час хочу уже въехать, уложиться. И мне тренер пишет, 8 марта, прекрасная тренировка. Кол де ля Мадонна, 4 заезда подряд прогрессивно. Едим, пьем на ходу, движение безостановочное. Если вы хотите знать спуски с нее, еще я не знаю, что сложнее. Для меня теперешний, может быть, даже спуск сложнее подъема. Я сильная стала, но спуск это очень, там очень сложные спуски. И если внизу 16, наверху 0. И это холодно, это тяжело, это торможение, это очень плохая дорога, это очень сложные виражи, когда едешь вверх. Или свои плюсы. Когда слышишь, конечно, вниз, кажется, что вверх, конечно, было проще. Ну, конечно, едешь вверх, тебе так не кажется, поэтому однозначного ответа, как проще, у меня нету. Вот. Прогрессивно. То есть ты заехал первый раз, а второй раз тебе нужно быстрее. А потом третий раз. Я так посчитала, что тренировочка примерно часов на 10-11. Ну, то есть как раз нужно выезжать до восхода солнца, вот когда чуть-чуть посветлее, чтобы все-таки уложиться. Потому что очень страшно, когда становится темно в горах, становится очень резко холодно, и просто страшно эти спуски. Там обрывы страшные, там заграждений нет, это очень, не дай бог, начинаются сумерки, когда ты там в последний раз спускаешься. И вот эта вот ситуация, когда первый раз ты едешь, ты все равно не разрешаешь себя халтурить, это все равно очень тяжело.
А второй раз ты себе ставишь какие-то отсечки, ты едешь быстрее. Третий раз это уже вообще, а у тебя есть четвертый, тебе нужно еще быстрее ехать. И вот это умение себя дожимать, умение ехать каждый раз, когда сила становится меньше, а скорость должна быть выше, и усилия должны быть намного больше, это уже усилия на совершенно убитые мышцы. И вот эти тренировки, они постепенно развивают вот это замечательное умение выкладываться с одной стороны, да, может быть, не с другой. Вы знаете, вот на ваш вопрос, вот на нее с двух сторон можно посмотреть. Я думаю, что у меня внутренне это чувство самосохранения избыточно. Если посмотреть целиком на мою жизнь, кажется, что нет. А если на конкретную какую-то вот часть, я себя очень экономлю и очень много делаю работы, чтобы все-таки научиться выкладываться. Мария, а есть ли вот желание, мечта иметь возможность быть слабым? Вы знаете, это такое, аудитория очень смешанная. Бывает такая ситуация. Вообще для меня вот быть слабой, я себе могу иногда разрешить быть слабой, могу. Но самое большое счастье, когда есть кто-то рядом с которым ты можешь себя почувствовать слабым. Это очень большое счастье, но это очень большая редкость. Вот 8 марта, вот лечь в пену, обсыпать цветами, пить шампанцем, сказать, это в жопу эти тренировки. Вот так вот, а я девочка сегодня. Девочка сегодня, это значит... Тогда уже с целью. Просто, понимаете, это гонка с Висман, там много теток погибли, это тренировка под Свисман. Очень хочется. Я думаю, что на эту гонку, в принципе, девочки не участвуют. Простите, а что вас тогда мотивирует? Вот, встать до восхода солнца, понять? Вы знаете, во-первых, так как иногда без моего участия жизнь складывалась так, что я оказалась в ситуации, где я нахожусь, это просто полный трындец, а там, где должна оказаться, я вообще не понимаю, как туда попасть. То есть вот эти две точки мне очень хорошо знакомы. Я в жизни, это больше даже не я, а обстоятельства. У меня часто в жизни так складывались как-то, что там, где я нахожусь, и там, где должна быть, это вообще какие-то несовместимые вещи. Но там нужно быть, потому что здесь невозможно находиться. Но я научилась понимать, что когда ты движешься непонятно куда, непонятно как, делая вещи, которые ты вообще не знаешь, как делать. И еще не факт, что именно они тебя куда-то приведут. Но если ты этот путь проделал, во-первых, конечно, кураж и страх научился получать. Но даже злость из отчаяния, это совершенно несравнимо с размером вот этого ощущения радости, полноты жизни, которую ты испытываешь в той точке. И когда ты это пережил хотя бы один раз, и вы знаете, для этого ведь не нужно много. Хорошо, я пережила, мне было очень тяжело. Там были какие-то моменты, я рассказываю себе, говорю, да, вот это жизнь. Но ведь если даже действительно ты просто с утра встал, и несмотря ни на что, пошел и сделал, пусть маленькую, какую-нибудь 40-минутную тренировку, там, не знаю, с 5 забеганиями, вот в маленькую горку, с которой детки на санках катаются зимой, вот ты себе вечером сказал, я завтра 7 раз забегу в эту горку, даже если будет холодно, заболит живот, будет неглажная кофточка, и муж скажет, что ему срочно сварить кашу. Если я встану, причем я встану на полчаса раньше, или на эти 40 минут раньше, или на час, я не буду сейчас спрашивать, я забегу. Чувства, которые вы будете переживать, они будут абсолютно такими же, как если вы вообще свернете горы, финишируете на ранвее, они одинаковые, чувства одинаковые. Потом хочется больше. Хочется потом больше. Это уже действительно такой момент, когда ты понимаешь, как это бывает. Хочется, хочется больше. Друзья, у нас остаются уже вышли наши 1.5 часа. Давайте последние два вопроса и отпускаем пятницу. Можно там что-то очень здорово? Я просто так подумать, состояние я сегодняшний, я идеальная, это обязательно должны быть, грубо говоря, известные точки. Нет, из А и Б. Либо это путь из А сегодняшнего, да? Вот главное делать и куда-нибудь ты придешь. Или обязательно должна быть определенная точка, которая ты сам себе. Вы знаете, нет, не обязательно она определенная. Хороший очень вопрос. Она не обязательно определенная. И я написала пост, у меня там очень большой отзыв он получил, я понимаю, почему. Потому что, вы знаете, допустим, у меня был какой-то момент в детстве, я запомнила его. Я сидела на замборе,
в маленьком провинциальном городе. Он был построен вокруг авиационного завода. Это был железный забор на пути в булочный, закончилась смена, были люди. У меня были такие пустые лица, а я сидела и маму ждала. И я думала, интересно, я так хочу быть принцессой, а то, где я сейчас нахожусь, я такая совсем не принцесса. Но мне было 5 лет, да? Или позвольте, я приехала в Москву, мне было 17. У меня очень были больные легкие. Поступила, жила в общежитии. Мне было тяжело. 5 человек в комнате. И я училась в университете, и мне было очень сложно. И я сталкивалась с большими сложностями здесь, одна в городе, и он был для меня очень чужим. Я чувствовала себя здесь очень одинокой, мне было сложно. Потом был какой-то момент, вот я рассказала, что да, беременна четвертому, этих скарлатины, это все, и ты стираешь, и потом тебе 40 уже. И ты все работаешь, работаешь, и работаешь, работаешь, и поспать бы, а все, и сил уже нет, и поднажи, а все, ну что-то не получается. А потом раз, ты падаешь в квартиру, тебе 49, ты едешь на велике, и встаешь солнце. И ты выехал из своего дома, в котором на побережье Франции. И у тебя лоджия с панорамной террасой на верхнем этаже. И ты едешь по Альпам, и такой синий туман холодный из ущелья. За ним встает солнце, и нереальная красота. И поет птица, и зацветает миндаль, и никого. И ты едешь час, два, семь. У тебя уже 30 тысяч набора высоты идет. И ты понимаешь, у тебя много сил. И ты ничего не боишься. И тебя ничего не тревожит. И у тебя просто текут от счастья слезы, ты все время улыбаешься. И я думаю, неужели я... Это действительно про меня. Я оказалась вот в этой картинке. И мне это не прекрасно, совершенно прекрасно. И вот когда ты в нее попадаешь, ты не понимаешь, как из этой картинки железным забором со скарлатиной, еще куда-то, ты попадаешь сюда. Я не знаю, как сюда попало. Но я чувствовала, вот я, у меня был, знаете, мне приехал раз в полгода, делал большой подарок, он мне пишет в плане тренировок велотуризм. И он только всегда подписывает, только, пожалуйста, вернись до заката и не голодай. То есть я понимаю, что я уперю очень далеко, там много часов, самые прекрасные Альпы, и буду там по горам кататься, куда глаза глядят, вот просто до дурения. Да, хороший вопрос. То есть какая-то точка, и ты в ней себя чувствуешь вот так. Но ты не понимаешь. Я никогда в нее не стремилась. Я никогда не мечтала жить во Франции. У меня не было такой мечты. Я никогда не мечтала ездить на велосипеде отнюдь. Нет. Но тем не менее, попадая в эту точку, ты испытываешь эти чувства, и ты понимаешь, что все остальные точки, они с ней связаны. Они тебе сюда вели, и это не случайно. Просто, видимо, ты делал какие-то более-менее правильные вещи иногда. Последний вопрос. Да. Кто счастливчик? А поддержка? Существует такое, ну, мнение, что женщина, она многозадачна, а да. Мужчина, как бы, как правило, да. Да. Ну, как-то, если концентрируется на какой-то одной задаче, он будет идет к ней. Ага. Как вы для себя расставляете приоритеты? Ну, тут даже вопрос, наверное, не про спорт, а вот просто по жизни, потому что невозможно успевать все, да, там у женщин очень много ответственности, в том числе и дети, да. Там, семья и так далее. Вот как вы для себя распределяете приоритеты? Вот сейчас вот у меня время на это, время на то. Сколько у вас таких? Ну, два момента. Я сейчас скажу очень для себя большие вещи. На эту тему есть там целый гигантский тренинг трехдневный. Но я две вещи главные скажу. Смотрите, первое. У меня есть цели, они мне понятны. И я часто к ним возвращаюсь, их пересматриваю, смотрю их вес, смотрю, какие из них корневые. И вот про них очень много всегда думаю, работаю. Я уделяю это время. Второе. Я очень четко, хорошо понимаю, что есть, например, такой формат времени, который называется неделя. Я очень здорово мыслю и неделями тоже, и не только годами. И я понимаю, что в неделю у меня 168 часов. Эта цифра для меня магическая. Даже если вот вы вынесете только ее из нашей вот, работы, это уже здорово. Потому что у меня есть 168 часов. И я понимаю, что это инвестирование. 24 часа уйдут на тренировки. Ну, в среднем иногда меньше, иногда, может, даже там больше. Да? Сколько-то часов уйдет на сон, сколько-то часов уйдет еще на что-то. Я написала книгу, я пишу еще сейчас две книги. Ты сегодня писала? Нет, ты сегодня не писатель. Все. То есть мне сколько-то времени нужно инвестировать в том, что я пишу. Мне нужно работать с клиентами, мне нужно делать что-то по дому, иначе дом превращается в псарню. У меня две собаки дома живут, и вообще там становится плохо.
мне нужно общаться с детьми и так далее. И я пытаюсь это время пропорционально распределить в рамках недели. Но есть еще одна магическая вещь, вот как раз очень женская, вы правы, знаете какая? Вот есть цели, они такие большие, там балкону хочется, что-то еще там хочется. Они такие большие, непонятно, как там оказаться, непонятно. У меня цели такие, которые, ну, не ясно, как туда оказаться. И у меня есть перечень, он уже достиг у меня 30, по-моему, 4 вчера я смотрела пунктов. Потому что какие? Что ты сегодня сделала маленькое, чтобы там быть? У меня есть 34 пункта, которые называются «Хорошо прожитый день». И я каждый вечер, когда ложусь спать, достаю тетрадку. У меня сейчас машина не осталась. И каждый пунктик оцениваю по 10-бальной шкале. Там пункты простые. Например, ты сегодня выполнила 100% тренировки. Выполнила, ставишь 10. Слилась на последнем подъеме, ставишь, соответственно, там сильно меньше. Есть пунктик, ты сегодня правильно ела. Питалась сегодня, правильно? У меня есть принципы питания. Кроме того, он должен быть построен по тренировке. Я еще вегетарианка. Ты сегодня общалась со старшей дочерью, а с младшим сыном? Ты сегодня писала? Ты сегодня, не знаю, продвигала свой бизнес? И так далее. 34 пунктика. Они простые. Ты, у тебя был жизнь. Ты его сегодня соблюла. Ты сегодня учила французский, английский. То есть я сейчас говорю пункты, которые для меня важны, для моих целей. Но они простые. 20 минут на английский можно идти? И так далее. И вот эти 34 пунктика, есть те, по которым добывают нули. Бывают очень счастливые дни, где ни по одному нет нуля. Хотя бы чуть-чуть ты сделала. А потом я делаю важную вещь. Во-первых, я считаю баллы, сколько за день. И прямо это очень сильно всегда совпадает с моим внутренним ощущением, насколько моя жизнь наполнена смыслом. Очень сильно. А второе, я еще очень всегда считаю за, ну я редко за месяц, я за две недели обычно считаю. И я вижу, а мне-то казалось, что у меня с младшим сыном все хорошо, у меня здесь 300 баллов, здесь там 298, а с младшим сыном 16 за две недели. А я знаю, чем он живет, а что там происходит, а как ему? И для меня это очень хороший тоже индикатор, иногда ты не чувствуешь, где перекос, и я могу немножко скорректировать и начать больше инвестировать здесь. И уже говорю, давай завтра про завтрак в университет, во сколько выходишь в университет. И вот эти вот моменты, они, то есть да, есть система, система больших целей, система понимания инвестирования в рамках недели и система конкретных пунктиков. А что я сегодня сделаю для того, чтобы вот этими маленькими шажочками, через, может быть, несколько лет, пройдя там через очень сложный момент, оказаться там, где я хочу. Да, она есть. Это многозадачность, она так вот решается, наверное. Марина, давайте как-нибудь вдохновляющие слова, как всегда, напоследок. Ой, вдохновляющие слова. Вдохновляющие слова. Вдохновляющие слова такие. Вы знаете, если вам кто-то говорит о том, что он достиг чего-то, и это просто результат его способностей, везения, или просто он такой крутой, это полный обман. Мы попадаем в эту точку, в точку нашего очень большого счастья, в точку нашего успеха, в точку, когда у нас начинает получаться, потому что мы на самом деле по дороге становимся очень смелыми. Мы знаем, что делать с отчаянием. Мы можем пережить разочарование, мы можем посмотреть в глаза собственным страхом. И я вам всем очень желаю, мне почему-то кажется, что здесь собрались именно такие люди, чтобы вы не боялись, чтобы вы не тревожились, и чтобы вы даже боясь, вы все равно находили в себе силы идти вперед. С очень небольшим шажочком. Спасибо.